Всех приветствую на канале. Приехали мы сегодня с друзьями, с двумя маратами на Татарский залив дебрями и ухабами. Наконец-то добрались. В поисках сорожки и хорошего окуня. Но пока что у нас в уловах мелкий окунь. Сейчас попробуем искать места. Поставил вот такую вот мормышку, достаточно дорогая. Попробуем поискать что-нибудь поинтереснее. В общем, надо менять место, совсем уж больно мелкий. Вот такого красавца вытащил на леску 2.08. Гонял вокруг лунки, думал, сейчас обрежется. Нет, вытащил. Хороший. Вообще замечательно. Вот и адреналина хапнул. Так что все порт руки трясутся. Вот это окуняра. Если с утра окунь клевал на более такую агрессивную икру, то сейчас редко, конечно, стал поклевывать окунь на более плавную икру. Попадают, конечно, не крупные, грамм по 100. Но бонусом влетает вот и такие красавцы. Что, Марат Анварович, мелочь душите? Вот так вот, вот по чуть-чуть, вот так вот. Килька полосатая. Консервы. Можете сделать крупный план кивка, сейчас будет. Да, попробую. Что говоришь, на будкан? Ребят поговаривают, нам все равно мимо ехать. Можно заехать, посмотреть, что там творится. Оттуда до дома ближе. Ну, можно. Одна бригада отсюда уже уехала. От которых хлам нажрались? Нет. Они уехали еще до обеда туда. Им кто-то позвонил, они сорвались. Сейчас, сейчас. Сейчас будет все хорошо. Ждем крупняк. Делайте кивок. Крупняка я уже выловил. Клевета это, Марат, клевета. Это все клевета. Хоть и мелкий, но клюет паскуда. Ну началось. А ты вот так, Марат, не делаешь, вот так вот, вот так вот. Ты им не делаешь вот так. После обеда намедленно. Сейчас вообще, Марат, был такой, чуть шевелю по дну. Да подымай, подымай. Да пожалуйста, так толк, наверное, не будет. Да, конечно. Ну что, довольны рыбалкой, господа? Нормально? Немного, но более-менее крупный.
Марат Анварович? Утро было нормально. Ух ты, туман ты какой. Не-не-не, дальний не включай, бесполезно. Я знаю. Что, держимся этой дороги? Да, ты не спеши, вот по ней. Немножко, наверное, поздновато приехали. После нас народ еще приехал. Когда река встанет, сюда есть дорога, нет, залит? Ну, если снега много если не снега будет, не будет, то будет. Но на той неделе обещают до 28. Понятно. Обычно, когда снега много налетает, уже туда никто не едет, только на снегоходе. А что я не знаю.